Всем привет, ребята, и вы на моем канале Кубка Боб Квадратный Стэнкнипс. Я с вами Кубка Боб, сегодня мы будем играть в игру Crash Bandicoot Фиолетовый Риптос Рампаги. Давайте приступим. И, короче, у нас тут мы за фиолетовым кристаллом. Ребят, какие мы смешные. История. Опять этот неокортекс. Это кто? Это что еще? Вау! Как он нам говорит, что происходит что-то странное. Крэш! Приветик. Я тут. Что? Я не к тебе обращался. Это Акуаку. Ах да. Телепортируюсь. В своем мире. Кубка Боба, ты управляй мной, чтобы я не завязался. Тормози. Успел тормознуть. Пять кристаллов. Этих, что ли? Ага. Да, кристаллы — это энергия для его плана неокортекса. А его план — осуществить свою мечту с моим еще одним врагом. С каким? Он зовется себя королем всех динозавров. И он только в моей дополнительной игре живет. Которая там мой друг, дракон, подливает его. То есть, получается, все ваши вселенные смешались. Вы в одно и то же место попали. Жесть. Я умер. У меня жизни пропали. Да, жизнь у меня пропали. Не, они не пропали. У тебя просто пропали яблоки и все. Забыл упомянуть. В моей игре нет жизней. Я ж бессмертный буду в этой игрухе. Вот это да. Только яблоки, я растеряю все это время. Я все эти яблоки растеряю, а потом мне снова их собирать. Что это? Это что, секретный проход? Какой-то бонус. Ой, куда? Ём. Чё это за бонус? А, это ж мини-игры. Вот так вот. Вот так, нужно приземляться на яблоки. Но нет, главное не терять коробки, а то я просу еще их. Кончай говорить. Пора уничтожить Кортекса и его брата, и его планы. Я с тобой. Я че, маска Акуаку? Крэш, это как это так? А, точно, ты ж. У нас же нету таких губ, которые могут все очистить от воды. Не говори так про меня. И, кстати, а почему ты говоришь, что ты только бессмыслицу можешь говорить? А, так я в твоем мире, я могу уже говорить.
И это не умудрено. Ой, я ж еще все коробки не собрал. Еще раз пора. Так это было уже 5 минут, то снимаем. Ну и что? Зато поджигаем немного. Стоп, что, сто? Тебе же должно быть наполнено жизни. Я же говорю, моя игра без жизни. Понял? Да понял, понял. Губка недоросток. Что-то сказал. Я говорю, губка работник. А, ладно. Вот так вот, моя. И вот так. Вот так. Нет. Что ж ты будешь делать? Опять селяться. Ты только все яблоки огребешь. Спокойно, спокойно. Не огребу. Все, мразь, ты огребай. Ну все, мразь, ты огребаешь. Ладно, это сорвано. Бежим отсюда, сирота. Бандикут, поезжим отсюда. Да не, я хочу еще некоторые сломать. Да и елки тут достать. Это называется фрукты-лампа. Да какая разница-то? Фрукты-лампа, это не фрукты-лампа. Ох, еще бы чуть-чуть, я бы потерял бы. А, нет, опять! Ты что, что будешь делать? Что ты меня не повернул? Опять все с 10 минут. Все с 10 минут мы начинаем. Ты тут что? Фрукты-лампы собираешь? Я всегда хочу все коробки собрать. Ты что, не знал? Нет. Может, тебе надо снимать видео про меня почаще? Да что ты шутишь? Я чё, Пушкин-то? Колотушкин. Ладно. А я тоже, наверное, не шучу-то. Ну ладно, немного шучу. Что-то пропустил. Я ж просил не пропускать. У нас нету времени. Ладно. Буду возрождаться на этом уровне, пока ты тут восстанавливай. Какой ты мне подсунешь. Это ж те динозавры, которые были из моего мира. Это что? Похоже, нужно это купить. Так, это моя мини-игра. О! Это чё? Белая! Белая, ё-моё!
Марио мой. Марио еще говорите. Ё-май. Как тут? Я к управлению еще не прислушался. А как тут прыгать? Как тут прыгать-то? Как тут вообще прыгать? Не понял я что-то. Я что-то не понял. А этот жамп. А вот оно. Давай-ка, там у меня в игре еще есть карты, которые могут нам помочь. Есть моя карта неудачного клона. Ты только растеряешь все яблоки, тупица. Я не тупица. Дубина. Дубенек какой-то. Недоросток. Это ты вообще-то недоросток, а я вот доросток. Куда? Ты реально растеряешь все яблоки. Да нам должна съемка заканчиваться. Ай. Ладно, пройдем мини-игру, а потом мы и закончим. Давай. Бесенок, давай, давай. Мой питомец! Пурчик! Пура моя любимая! А, нет. Пара, давай! Пара! Пара, давай! Моя любимая! Куда ты? Опять! Так ты реально все так коробки растеряешь. Точнее, фрукты вампа. Ой, сколько ж можно! Я уже не вижу тебя. Вылезай. Ну ладно. Снимай мои видосы. Ладно, снимай мои игры тут. А я пока пошел своими. Сурборд тут устроит. Хочешь? Чуть не погибли. Ё-ма. Стоп, а ты говоришь еще и в этом мире? Да, конечно. И опять тут лава. Ём, как мы быстро бежим. Да. Что ты? Эх, чуть мы не погибли. Еще бы чуть-чуть. Мы бы погибли. Что это было? Это не труха. Если наступишь на нее, будешь вообще страдать. Она сразу взрывается, чем мои ТНТ. ТНТ из Майнкрафта. Чем ТНТ из Майнкрафта. Ах, мы уже почти на финише. Ранг. Да, ребят. Есть. Мы там были. Давайте-ка уже. Все равно уже эта игра проклята. На этом мы и закончим. Только как на финише. Ой, опять этот клон. Натец. Похоже, план Кортекса реально осуществился.
Это что? Чтобы открыть. Ну ладно, открываем-ка. О, карточка! Что за карточка? Это та самая карта, которая может пригодиться. Ну или не пригодится. Да как хочешь. Да как-то прыгнуть. Стоп, платформы. Ай-яй. Что ж ты? Нагнал. Да ты не делаешь двойные прыжки. Да я пытаюсь, но у меня вообще руки-то. Давай. Ты просто притворяешься, что ты не делаешь. Давай быстрей! Да что ж ты? Так быстрее было. Так да поймали. Вот видишь, ну, поймали. Вот так. Где ты снимаешь, я с тобой разговариваю? Да, снимаю. О, карточка! Я пошла на улочку, ладно, сыпь. Да. Ага, круто. Куда зайти, чтобы карты-то... Нажимай просто на паузу. Что ты? Да про меня вообще все забыли. Не помнят уже меня. Меня Crash Bandicoot-то... Ой... Опять мини-игра. Я уже замучаюсь с этими мини-играми. Вот только кристалл. Ладно, прыгаем. О! Уничтожить. Это фаза овец. Надо уничтожить всех овец, пока они тут все не сожрали и не добрались до ТНТ. Да не трухи они пока не добрались. Ох, а эти барашки сразу не жрут. Они только лакомиться могут. И сразу идти на ТНТ. Который сразу срывается. Вот так вот. 40 овец. Так это займет целую вечность. Не волнуйся, я ускорюсь. И это называется ускорение. Зря тебе дали базучку. Базуку зря тебе дали. Все, видишь, они ускорились. Стоп, я уничтожаю овец. Это нехороший ведь поступок. Ах, надо ни разу не проиграть. Это похоже на зомби-овечек. Из растений. Из... Это похоже на зомби из растений против зомби. Хотя добраться до моих кайзлиных сил, ТНТ-шек. Почти уже к финишу. Ё-моё, сколько овец. Последняя была. Это была последняя. Все, всех уничтожили. Возьмем-ка кристалл. Ту-ту-ту-ту. Ну давай уже быстрее заканчивать. Тут ты с именем уже проиграл.
Ладно. Пока, ребят.